Балет «Анна Каренина» — это один из самых лучших балетов нашего театра. Здесь взят самый главный сюжет, тут любовный треугольник, отсечены все лишние персонажи, чтобы зритель мог сконцентрироваться вот именно на проблему адюльтера и к чему это все приводит. Я участвовал с самого первого постановочного процесса, видел, как создавался этот шедевр. Когда ты выходишь на сцену, когда ты ощущаешь энергию зала, какие-то такие волшебные чувства, они заряжают. Поэтому здесь все люди, любящие балет, все люди, фанаты, зрители этого чувствуют.